Фейбл. Надоело в телефоне сидеть. Может, погулять сходим? А неплохая идея. Пойду рюкзак соберу. После сборов рюкзака, спустя полчаса. Вроде все взяла. Ну что ж, пойду. Парке прошел 1 час 24 минуты. Куда бы пойти? Стоп! Что это там? Пойду, подойду поближе. Что это? Что? Оно притягивает меня! Помогите! Помогите кто-нибудь! Где я, черт подери? Ладно, надо успокоиться. Где я? Пойду осмотрюсь. Как вовремя я захотела пить. Поищу магазин. Магазин! В магазине. А денег-то нет, но не сдохнуть же от одной бутылки. Стой, воровка! Сорян. Воду верни. Сволочь. Я во благо, чтобы оно не напало. Я нас телепортирую. Возьми за меня. Собери всех стран. Хорошо. А тебя мы отправим в зал. На собрании. Всем доброго дня. Зачем ты нас собрал, отец? По поводу нее. Сейчас все объясню. Когда Ри все объяснил. 26 минут спустя. Как-то так. Она хотя бы знает, где она. Спроси это у Пруса. Логично, что нет. Ты что, не знаешь их? Я просто спросила. Да уж. Ри, мы в магазин. Ладно. Пока, неудачники. А что, можно было уйти? Союз делает, что хочет, а нам нельзя. А жалко. Меня Ер зовет. Я попёрся. А кто поможет мне ее связать? Конечно, я. Они же не умеют связывать. Тогда я попрусь к себе. А нам можно уходить? Да валите уже. Давайте я ее тогда свяжу побыстрее. Хорошо, я перенесу ее в другое место. Чуть позже. Ну что, закончил? Да. Тогда уходи, я с ней посижу.
Ладно. Прилягу, пока она спит. Через 30 минут Ри уснул. Что? Я связана? Где я вообще? Сбегу через окно. О, я тебя знаю. Странный ты какой-то, разукрашенный. Стоп, что я делаю? Бляха! Отпусти! Пусти! Пошел! Ублюдок, отпусти! За Россию! Ловите ее! Стой на месте! Стой! Несите ее сюда! Уже в доме. Почему ты держишь ее на руках? Она успокоилась, только у него на руках. Ладно, пойду освобожу для нее комнату. Значит, я иду с тобой. Я пойду чай налью. Ну, пошли тогда. Идем. В комнате. Готово. Давай, слезай. Я позже приду. К тебе скоро Ри придет. Кто все эти люди? Через 30 минут. Здравствуй. Я принес нам чай. Держи. А вы... Вы кто? И где я? Ты находишься... Я Российская империя. Ты чего? Ничего. Ладно. А что ты за страна? Я не страна. Зачем она врет? Ладно, сделаю вид, что поверил. А тогда кто? Человек? Что? Я зайду позже. Чему он так удивился? И что за странный вопрос? Он представился как Российская империя? Какой он странный. Что она говорит? Она сказала, что она человек. Это невозможно. Но зачем ей врать? Я считаю, что нам стоит расспросить ее об этом. Поддерживаю отца. А я считаю, что нам нужно оставить ее у нас. Согласен, Сама. Кто за то, чтобы ее оставить? Я за. 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 Давай, Рейх. Я за. Мы не против. Но если все согласны, то я тоже не против. Здравствуй. Боишься? Понимаю. А вы кто? Можешь называть меня Союзом. Мне сказали, что ты человек. Расскажи, пожалуйста, как ты сюда попала? Куда сюда? Ну, ты в нашем измерении. В смысле? Ты в мире стран. Да. Отец, скорее иди сюда! Боже. У нее шок. Она отключилась.
День спустя. Похоже, опять отключилась. Надо завязывать с ними. Волосы растрепались. Заснул, похоже. Ты помнишь, что я тебе сказал? Приди в себя пока что, а потом зови. Приседу пока. Через несколько минут. Так, все, хватит сидеть. Пойду прогуляюсь лучше. Имею право. Я устала. На кухне. Ну что, когда жрать? Скоро. Ладно, крикнешь, когда доготовите. Когда они наконец-то приготовили еду. Кушать подано! Один, два, три, жрать! Через 5 минут. Тем временем у меня. Добрый вечер, я. Хочу жрать. Надо найти кухню. Где я? Я потерялась. Камеры? Ну и где тут кухня? Вот она. Не туда. Спустя 3 часа. Идем скорее в медпункт. Тебе срочно нужно обработать это. Не надо. У тебя кровь. Ну и что? Ладно, я пойду принесу перекись и бинты. Не надо, само заживет. Ну, ладно. Такие все заботливые, аж не по себе. Что за звуки? Кто это? Что ты делаешь? Блин, спалили. Что это? Через несколько минут. Гимн России, запевай! Беги, Руси Швайне. Напугал, напугал. Лицо попроще сделай. Теперь рассказывай. Эта мелкая дрянь заорала во все горло гимн РФ. Во-первых, не смей ее так называть. А во-вторых, петь я ей разрешаю. А гимн моего внука тем более. Я ясно выразился. Пусть в моем присутствии не поет. Я не могу не петь. Я же люблю Россию.
Что, прости? Я патриот, что непонятного? Я не могу жить без гимна. А, вот что ты имеешь в виду. Это я уже подумал. А о чем можно было подумать? Ты же не забыла, что ты в нашем мире? А, ой, точно. Теперь понятно, о чем вы подумали. Погоди-ка. От тебя перегаром несет. Там просто на кухне стоял компот, вот я и... Готовься, завтра будет весело. У нас пиво хранит только Германия, а его пиво действует на следующий день. А с людьми вообще страшно находиться после него. Ой, ну, я пойду посплю тогда. Давай, пока тебя не накрыло. Только пиво сначала отдай. До завтра. Доброй тебе ночи. Она даже не представляет, что будет этим же днем. Рад вас видеть. А ты вырос. Даже крылья научился раскладывать. С возрастом они становятся послушнее. А я, между прочим, тебя 2 недели ждала. Я соскучилась по своему любимому братику. И наконец-то ты приехал. Я тоже по тебе скучал, Белка. Ну, пойдем тогда. Сумки в комнату отнесем. Хорошо, только поведешь ты. Давай-давай, Рос, неси. А я пока с Казом поболтаю. Белка, это было лишним. Он может и обидеться. Пошли, я тебе свою комнату покажу. В комнате Казахстана. Я сама ее обустраивала. Ты сестра года. Спасибо, спасибо. Она очень классная. Все для любимого братика. Ладно, не буду мешать. Обустраивайся. Чуть позже. Мы твои сумки принесли. Спасибо. Мы тебе их тут поставим. Так как я приехал из мира людей, я решил привезти вам подарков. Это вам, мисс Франция. Неужто сборник по моему любимому роману? Он самый. Пришлось хорошенько поискать его для вас. А это вам. Я слышал, у вас сломались джойстики. Кас, ты прям как всегда в яблочко. Я стараюсь. Ты крутой, бро! Наслышан, что ты скучаешь по свежему пиву от своего народа. Ты прям мои мысли прочитал. Я просто внимателен. Не бойся, Белка, и про тебя я не забыл. Все, как ты просила. Лучший. Это вам, отец. Где ты достал этого красавца? Этот раритет я выкупал на рынке. Ты умеешь меня порадовать. А это вам. Только не открывайте сейчас, это сюрприз. Ты создал интригу, Казахстан. Я помню, ты коллекционировала ножи. Я решил, что этот кинжал впишется в твою коллекцию. Ты до сих пор помнишь? Конечно. Вы наверняка хотите спросить, где был Казахстан? Так вот. Ты еще кто? Челопиздрик. Что случилось? Тут человек. Так это наше домашнее.
Ну ладно. Предупреждать же надо. Прости. Ну что, стрипиздик, прощаешь? Она тебя простила. Ладненько, мы вас завтра познакомим. А сегодня уже поздно, пора спать. Спишь, значит? Ну ничего, сейчас разбудим. Рота, подъем! А зачем так пугать утром? Я всех так божу сегодня. Давай, вставай, нас уже ждут. Сегодня мы тебя со всеми познакомим. Окей. Где они ходят? Рос пишет, что уже подходят. Тут мы уже. Я привел нашего человечка. Хары за меня прятаться. Садись, челопиздрик. Я думаю, никто не будет против, если я задам первый вопрос. Как тебя зовут? Зовите меня Лани. Откуда ты? Из... А это где? Я просто плохо ориентируюсь по городам. Это Вражки. Это моя, что ли? Получается, что да. Из какого года ты? Из 2023-го. А что у вас там с продукцией? Убери нож. Убери нож. Я не думала, что ты настолько слабак. Я твои действия одобряю. Продолжай в том же духе. Я, наверное, тоже пойду. Надо готовиться к совету USA. Мне тоже пора идти. Но почему, сударь? У меня много личных дел. Ну, вопросы еще будут? Не будут. Тогда можете меня развязать. Расслабь руки. Все готово. Ты чего это так смотришь? Добби свободен! Дай молот подержать! Позже.
Я ее забираю. Ты мой спаситель! Как же я могу оставить своего человека на растерзании Советскому Союзу и Российской империи? Ладно, я тебя спас, но мы должны найти себе занятие. А как насчет напиться и начать доставать всех? Отличная идея! Около холодильника. Помедленнее! Мне тоже оставь! Лови их! Что они опять успели натворить? Они не просто натворили, они хотели напиться. Да мы чуть-чуть. Как вы только за 10 минут успели столько натворить? Я проведу с ними воспитательную беседу. Отец, я надеюсь, вы понимаете, что их нужно наказать. Да, я прекрасно это понимаю. Я надеюсь на твое благоразумие, отец. Чего вы такие грустные? Вы что, поверили, что я вас накажу? Самый лучший дед. Это мой дед. А вам задание. Придумайте себе наказание. А вот как вы это сделаете, явно не мои проблемы. Теперь нам надо придумать наказание. А как нам придумать его? Не знаю, но нам придется его придумать. Через полчаса. Я, кажись, придумала. Ну и... Нас, бедных, несчастных, выгнали ночью на улицу. Ты гений. На улице. Пошли, я покажу тебе крутое место. Окей, пошли. На месте. Все, почти пришли. Ву, Рос, тут очень круто. Я знаю. Куда ты отправил Россию и ту девочку? Их нет с того момента, как я ушел. Я надеюсь, ты их не выгнал? По правде говоря, я не знаю, где они. Как это ты не знаешь, где они? Ри решил собрать стран на собрании. Зачем вы собрали нас на ночь глядя? Россия и Ари пропали. Мне нужна помощь в поисках. Я готов помочь. Спасибо тебе, Казахстан. Итак, КССР, поищи их там. Хорошо. Хорошо, полетел. Куда же они подевались? Через 1 час у Казахстана. Я их уже час ищу. Они как будто сквозь землю провалились.
позже у Ри. Алло, КССР, лети сюда. Уже слишком поздно, жду тебя. Где же они? Уже дома. Их нигде нет. Они обязательно найдутся. Все уже спят. Иди к себе. Наверное, вы правы. Я всегда прав. Хорошо, я тогда пойду. Надеюсь, они найдутся. Время — полночь. Вернулись домой. Наконец-то кухня! Теперь мне будет чем перекусить. Ладно, давай. Я спать пойду, пока. Пока. Хорошее наказание получилось.